И Вопрос задают, на что снимаете, на какую камеру снимаете? снимаю на свою зеркалку, зеркальный фотоаппарат Canon T100D, старый он еще в 2012 году купил. И есть 3D, небольшая камера, она снимает в 3D формате. В принципе, это интересно детям. Потом они, когда уже готовый материал фильма, мы на ноутбуке смотрим с ними в очках 3D готовый. То есть, получается, вы у нас канонист. Ну да. А я объясню всем зрителям, которые не в курсе, что такое видео, что такое вообще понятие видеофильма, видеопиратства и искусство видеофильма. Все операторы делятся на любителей Кэнонов и не Кэнонов. Называются никонисты и канонисты. Но кроме них еще Да, есть да, там да. санонисты, фуджиисты. А как бы да, еще там другие товарищи, которые как бы, ну, в основном больше всех это, вот говорит мне Данил, у нас любители Кэнона, ну, такой более мягче звук, более мягче картинка, любители Никона, любители Sony там и любители Фуджи.